Между тем, шахтер, пострадавший в конце июля на руднике «Мир», скончался. Об этом сообщили в пресс-службе «Алроса». Напомним, что 29 июля на руднике «Мир» произошла другая авария. Тогда в результате обрушения породы завалило комбайн и погрузочную машину. В ночь на 30 июля из завала извлекли водителя погрузочной машины Николая Алексеева. С диагнозом перелом шейного отдела позвоночника его госпитализировали санитарным рейсом в Якутск. После проведенной операции Николай в течение 4 недель находился в реанимации. 28 августа, несмотря на все усилия врачей, он скончался, говорится в сообщении.